Наездники соревновались в самом зрелищном и молодом виде – конкуре. Его развитие началось около столетия назад, однако пользуется большой популярностью не только у спортсменов, но и у большинства зрителей. Ведь это очень эффектное зрелище. Конкур подразумевает преодоление различных по сложности препятствий на маршруте. На ипподроме в Сочи поучаствовать в нем решили 30 человек. Возраст наездников – от 12 до 25 лет. За право стать победителем состязались и любители, и опытные спортсмены. Получив грамоты и ценные призы, победители отправились тренироваться дальше. Ведь уже скоро ребята отправятся представлять честь края города на спартакиаде. А 13 мая на манеже конно-спортивной школы курорта состоится очередное первенство по конному спорту.